28-летняя Эмили Ратаковски, Эмили Ратайкаускі, оригинально проводит время в вынужденной самоизоляции. Американская модель и актриса показалась в обнаженном виде. Звезда фильма «Исчезнувшая» продемонстрировала свой способ борьбы с хандрой из-за пандемии коронавируса. Эмили запечатлела себя в откровенных образах. Инстадива позировала топлес. Она распустила свои длинные вьющиеся волосы и прикрыла обнаженную грудь руками. Ратаковски сделала нежный макияж в нюдовых тонах. Знойная брюнетка уверенно посмотрела в камеру. «Я вернулась», — заверила секс-бомба. Модель также сняла себя в ванной комнате. Эмили позировала в черном ванном халате, который оставила расстегнутым. Видно, что под ним отсутствовало белье. Девушка насладилась прохладительным напитком. Ввиду отсутствия компании Эмили пришлось чокнуться бокалом со своим отражением в зеркале. Фанаты радушно оценили позитивное настроение признанной красотки. Многие признались, что она подняла им настроение. «Вы нереальная, как не стыдно быть такой сексуальной. Вот спасибо, а то я грущу в последнее время, позитив сейчас как нельзя кстати. А вам весело и с самой собой и горячее. Пикантно прямо легче стало, не у всех паника. На тебя можно смотреть бесконечно, круто отдыхаешь, можно к тебе. Я бы тоже согласился составить компанию, мужу повезло». Восхитились они. Актриса обожает интригующие образы. Супруг Эмили спокойно реагирует на эпатажные снимки жены. Продюсер Себастьян Бир Маккларк женился на Ратаковски в феврале 2018 года, после нескольких недель романа. Ратаковски в топе с глубоким декольте подарила поклонникам соблазнительный танец. Манекенщица Белла Хадид произвела фурор в сети, снявшись с голой грудью и в стрингах. Поп-звезда Леди Гага позировала обнаженной для глянца. Певица примерила роль эффектного робота с розовыми волосами.